Если Россия проиграет, что будет? Если Россия проиграет, ну, как наш президент сказал, что, ну, России не будет, если она проиграет, а нам не нужен такой мир, где нет России, да? Я думаю, проиграют все. А как это будет выглядеть? Много сценариев. Верю ли я в то, что Россия проиграет и там на последнем издыхании запустит ядерные ракеты? Нет, не верю. Такого не будет. А это все замнут, мне кажется. Как-то не будет проигравшей никакой стороны. Это просто все замнут и все. И как будто этого ничего не было. А для чего? Для чего так сделают? А как проигравшая сторону? Это надо ядерное что-то сделать, чтобы проигравшая сторона была. Ну, мне кажется, но этого не допустят. Ничего не произойдет, потому что мир движется по строгим законам, и нет такого понятия поражение или победа. Мы не можем победить или проиграть. Мы сейчас в процессе. В процессе вот такой реальности. Все равно добьем, нахуй. Твари есть твари, фашисты, блядь. Я считаю так. Американцы, блядь, их привели к власти, блядь. Я бы еще туда пошел бы. То есть все-таки наша цель вот НАТО разнести? Не обязательно, как говорится. Башку снести американцам и все, блядь. И этого хватит. А те все быстренько разбегутся. Хуже будем жить. Точно. Если не сгинем на войне, как бы, ну, я как мужчина, да, если меня там призовут. А так, ну, как бы, конечно, ну, нашу страну, Россию, как сказать там, уничтожат, разделят на много-много всяких частей, чтобы они потом враждовали между собой. И ничего хорошего не будет, так сказать. Ну, возможно, будет репарация. Вот, может быть, приведет к тому, что более социальное неравенство как-то сгладится. Вот, то есть люди более будут меньше богатых, сократится как-то разница между богатыми и бедными. То есть получается, как это? Это нам в плюс, что ли, пойдет? Возможно, да, не исключаем. Ну, наверное, при каком-то негативном сценарии это как-то повлияет на какое-то, возможно, изменение в обществе, в сознании общества, да. Вот. Если это будет какая-то некая стагнация военных действий, то, наверное, эти изменения, они будут более медленно происходить. Вот. Возможно, ну, опять-таки, скорее всего, будет какое-то нарастание какого-то недовольства, да, в обществе от того, что так иначе война повлияет на экономику страны. Как 90-е, например, не будет такого? Возможно. Возможно, будет. И если так будет, то это будет даже хуже, чем было в 90-е, на мой взгляд. Потому что если будут ломать дальше, ломать будут до конца. Чтобы развалить страну, саму Российскую Федерацию, уже на части разломать. Но я надеюсь, что такого не будет. Ну, типа, мы отступим. Даже так, то есть если ресурсов не останется, если посудить. Ну и что может случиться? Мы отступим, типа, возможно, пойдем на переговоры, и явно там уже начнут что-то толкать свое со стороны Запада. То есть явно у нас где-то повысятся цены, где-то что-то станет хуже, чтобы что-то где-то восстановить в определенных местах мира. Появится ценник, закрутится еще больше гайки. Я очень сомневаюсь, что что-то сменится на верхушке, потому что это уже прям такая система. Многовековая, наверное. Все то же самое будет Путин у власти, но жить будем еще хуже. Да. По-моему, другого пути лично я пока что не вижу. Прекрасная Россия будущего не за горами. Я в это верю. То есть, получается, даже если Россия проиграет, то это ей будет только в плюс? Ну, именно вот для уровень граждан, уровень жизни их. Ну, Россия уже проиграла экономически и вообще всячески как бы из-за этой ситуации и продолжает проигрывать. И когда это закончится, и закончится диктатура в России, то Россия начнет наконец-таки восстанавливаться. Я в это верю. Мне кажется, это идеалистическое представление, такое немного, знаете, наивно-детское, что достаточно поменять какой-то один фактор, например, Путин уйдет, и всем сразу резко заживем, очень здорово, прекрасно и припеваючи. Я не думаю, что изменения любые начинаются из внешних каких-то стимулов. Положительные изменения всегда у нас начинаются изнутри. Если люди не захотят сами меняться, то ничто не изменит их на самом деле. Конечно, всем понятно, что вот как бы самая сильная держава США,
она очень любит как бы всеми как бы управлять, и по ее словам, все, что она скажет, она любит, когда все это берут козырек и делают, как бы, вот. Но есть страны, которые не хотят так делать, и их это бесит. Если Россия проиграет, хуже будет всем, потому что наша страна, наверное, как и часть азиатских стран, в том числе и Китай, они уравновешивают отчасти западную систему, вот, которая на данный момент все равно стремится вниз, а не вверх, и проиграют все. Вот, то есть не мы эту войну начали, и не нам ее проигрывать. Понимаете, пропаганда промыла мозги очень многим людям в России, в том числе. Она промывает многим людям мозги в разных странах мира. Везде своя пропаганда. В России очень сильная пропаганда. И чем ниже уровень образования у людей, тем больше они склонны как бы к тому, чтобы им промыли мозги. Тем более промывали 20 лет последние. Неудивительно, что люди такие вещи говорят. И мне их жаль, что они так думают, потому что это как бы, ну, вообще, это очень странное мировоззрение. Жахнуть ядерным оружием и что? И как бы конец всему. Ну, это странная очень логика, мне кажется. Хочется же жить, чтобы у детей было будущее. Так, зачем? Кому не достанутся наши ресурсы? Да наши ресурсы уже давным-давно достались Китаю, всем, кому нужно, достались по дешевке и продолжают доставаться. Вот, и поэтому... У меня оптимизм, что все айтишники вернутся, репарации, до репарации дело не дойдет, и будет просто поствоенный мир, ну, в котором мы будем жить. Да, мы не будем дружить, к сожалению, к моему, с Западной Украиной. Пройдет лет 20, прежде мы подружимся опять. Это кстати, со временем любой возрождение. И будет поствоенный мир. Ну, возможно, будет что-то типа Вятских соглашений или Брест-Литовского мира. То есть, возможно, нас заставят выплатить какие-то репарации. Скорее всего, уровень жизни несколько понизится. Что, в принципе, логично. Возможно, произойдет какой-то переворот во власти из-за недовольства народа. То есть существенные изменения, получается, все-таки будут? Да, я почти уверен, что будут какие-то существенные изменения. Мне вообще кажется, эта риторика немного неправильная. Мы могли бы побеждать или там проигрывать, или выигрывать какие-то войны. Действительно, может быть, из разряда войн прошлых лет, что ли, Второй мировой или что-то в этом духе. Но такие локальные конфликты, которые сейчас развязываются по всему миру, ведь конфликт на Украине — это не единственный пример за последнюю новейшую историю. Та же война в Ираке, там, Персидский залив, господи, да примеров масса на самом деле. Я вообще не вижу здесь способа как бы проиграть или выиграть. Люди организовывают подобные конфликты для отмывания денег на вооружение, для отмывания денег там, на ресурсах и так далее, для передела власти, короче говоря. Здесь не будет ни проигрыша, ни победы, к сожалению. Я думаю, что когда развязывается любая война, мы все, все жители планеты, все, кто находится в адеквате, мы все проиграем этот момент. Вот. Я не думаю, что России что-то грозит. Я не верю во все страшные сказки. Я не верю в ужасы там, ядерной войны, какого-то глобального холокоста, там еще каких-то проблем и так далее. Третьей мировой точно не будет. Этот конфликт, к сожалению, будет такой же локальный, как он был в Сирии. Кто нужен, кому нужен, те заработают свои деньги и, к сожалению, оставят после себя просто разрушенную Украину. Вот и все.